Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 14T. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер. Итак, мы открываем телефон, далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу, выбираем настройки. И здесь выбираем заблокированные номера. Далее нажимаем добавить номер телефона и вводим номер телефона, который хотим заблокировать, и нажимаем заблокировать. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.